Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной Смит. И сейчас мы вам показываем платочек 89 размера шелковой бахромой, который называется очень красиво и романтично «Аленушка». И художник Ирина Додонова. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, на какой оригинальный, красивый, интересный, очень женственный, мягкий, красивый рисунок. Здесь у нас и вот такая оригинальная кайма, да? Посмотрите, здесь у нас очень красивая двухниточная шелковая бахрома, двухцветная, посмотрите, какая она, под тон платка. Давайте я разверну как следует, вы посмотрите. Красивая, вот посмотрите, какие цветы, какая у нас серединка замечательная, какой красивый освежающий мятный цвет, какая кайма красивая тут, видите? Такую полосочку с узором, очень симпатичная, яркая, интересная, красивая вот такая заливочка, мятный цвет, платочек очень нежный, очень приятный, и у нее такое романтическое русское имя Аленушка. Посмотрите, смотрите, какой чудесный платочек. И давайте я вам его еще раз представлю по колориту. Аленушка, Додонова Ирина, 53-й колорит, выпуск 05.03.2024 год. Очень свежий, свеженький платочек, да, только недавно изданный. Поэтому вы можете его приобрести в магазине Павлово-Посадской мануфактуры на проспекте Просвещения, дом 28. Посмотрите, очень красивые такие абрикосового цвета розы, красивая зелень, интересная кайма. Посмотрите, как украшен медальон, какая красивая дорожка, необычная, яркий цветок. А теперь давайте посмотрим, как этот платочек смотрится на голове. Смотрите. Вот так, Аленушка. Аленушка. Сразу же вспоминаются русские народные сказки. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Картины Васнецова. Да. Смотрите, сзади. Так, и вот такая красота, девочки. Посмотрите, очень приятный платочек, красивый. Я знаю, что его очень многие любят, берут с удовольствием. Вот, поэтому обращайте на него свое внимание. И теперь покажем вам еще один колорит. Всего я покажу вам три колорита этого платочка. Платочек Аленушка уже такой более яркий, насыщенный, с яркими розами, с красивыми цветами. Смотрите, какая интересная серединка, как она украшена. На белом фоне, видите, какие яркие цветы, яркие розы. А посмотрите, какая кайма, да, кайма у платочка. И двухцветная, посмотрите, как интересно, двухцветная. Шелковая бахрома украшает кайму, украшает платок. Посмотрите, очень яркий такой, красочный, насыщенный, интересный платок. И давайте я вам подскажу, какой это у нас колорит. Это платок выполнен из шерсти мериносы 100%, 89 на 89, шелковой бахромой. Да, и название Аленушка, художник Ирина Додонова, тоже один из заслуженных художников Павлово-Посадской мануфактуры, которая всегда радует своими великолепными, прекрасными рисунками. Вот мы очень любим творчество Ирины Додоновой. Оно такое красивое, интересное, яркое. Всем хорошо известны ее знаменитые платочки. С удовольствием, я сама с удовольствием ношу. Это такие шали красивые, там, потрясающие. И платочки небольшого размера. Так вот, Аленушка Ирина Додонова, 51-й колорит, 05.03.2024 года. Напечатан платок. Тоже свеженький, чистенький, вкусненький. Берите, забирайте. Так. И в заключение следующий колорит, который я хочу вам показать.
Давайте я вам его разверну. И тоже посмотрите. Тоже красивый, очень нежный колорит. До этого красный, мы с вами видели, он был такой яркий, сочный. Здесь уже краски более мягкие. Здесь такой зеленые оттенки, голубые, в сочетании с белой серединкой. Такими мягкими, деликатными цветами роз. Розы вроде бы и яркие, но они такие более мягкие, не такие контрастные, как на предыдущем колорите. В целом платок очень нежный. А вот если вы любите такие оттенки, такие цвета, то, пожалуйста, обращайте на них внимание. Очень, я считаю, что удачный колорит. Он как-то смягчает. Он смягчает. Для всех любителей яркого, пожалуйста. Но кто хочет что-то помягче себе, такое более спокойное, более нежное, женственное, такое в таком нейтральном стиле, то, пожалуйста, вот как вариант вы можете себе присмотреть. Ой, девочки, у нас тут рядом дом, и там активно ведутся строительные работы. Дрель, перфоратор. И, в общем, я не знаю, доносится до вас звук или нет, мешают или нет. Вы уж простите, потому что покой нам только снится. Так, и вот давайте посмотрим, как он выглядит на голове. Вот так, на мордочке. Он такой симпатичный. Кто носит это замечательное имя? Алена, Аленушка, девочки. Ну просто вы обязаны приобрести этот чудесный малыш. Поэтому, пожалуйста, покупайте своим девочкам, покупайте своим родственникам, сестричкам. Да, такой чудесный платочек, Аленушка. Поэтому, пожалуйста, приходите в магазин Павлова Посадской мануфактуры. В наличии три колорита. Выбирайте, примеряйте, покупайте любой, какой на вас взглянет, какой вам понравится, какой вам больше подойдет. А мы с вами встретимся в следующем видео. У нас есть еще что вам показать. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. И до следующего видео. Пока-пока!